Вчера в здании бывшего Центрального комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи ВЛКС, а сейчас это здание занимает Российское движение молодежи, состоялось награждение бывших руководителей ЦК ВЛКСМ двумя медалями. Первый – это столетию СССР, а вторая медаль – это к юбилею, к 45-летию города Усть-Илимска. Значит, муниципалитет сделал хороший подарок ветеранам, строителям, создателям города Усть-Илимска, который во многом был сделан за счет комсомольского задора, комсомольцев, которые ехали со всей страны, Советский Союз и еще четырех государств, стран Совета экономической взаимопомощи. Были руководители разных отделов ЦК комсомола, которые принимали непосредственное участие и в строительстве Усть-Илимска, города и всей промышленности. Ну и, естественно, говорили и о том периоде, о советском времени, юбилей которого Советского Союза мы справляем, вот, начиная с декабря прошлого года. Это очень торжественное мероприятие, в том числе и были представители Болгарии, комиссар строительного отряда болгар Валентин Петров, Петров, как я его называю, и была актриса из Болгарии, из драматического театра, она там несколько песен исполнила, вместе со всеми комсомольские песни. Значит, люди, которых мы награждали, говорили несколько слов о своем жизненном пути, о том, какой их был личный вклад в развитие, в создание Советского Союза, его мощи, его достижений. Затем мы прошли в кабинет первых секретарей Центрального комитета. Сейчас там руководитель Российского движения молодежи его занимает. Он нам показывал, как экскурсию показывал. Говорил, что практически ничего не изменилось. Вот, и показал, значит, как там работали первые секретари ЦК комсомола. Это и Тяжельников, и Пастухов, и Мишин. И показал несколько таких архивных фотографий, где в том числе и работники ЦК комсомола, как, например, Валентина Ивановна Матвиенко, Любовь Швецова, которая, к сожалению, ушла из жизни, работала заместителем мэра города Москвы, и другие известные лица, которые носили свой вклад в том, чтобы комсомол рос и развивался. И это действительно была организация, которой так и не было, и нет на всем земном шаре, потому что комсомол через себя пропустил 200 миллионов человек, и те свершения трудовые, боевые, которые были на его счету, значит, это и освоение и Севера, и Дальнего Востока, и Сибири, и энергетика, и БАМ, и многое другое, это во многом сделано было руками и, так сказать, головами молодых людей комсомольского возраста. Поэтому они достойны того, чтобы их наградить этими медалями. И, значит, я эту задачу, которую поставил передо мной президиум Центрального комитета КПРФ, я выполнил. Очень хорошая атмосфера была.